укусики. Пятница развратница снова. Полька платьюшки, Польке отдали платьюшки, она теперь красотка. Она и была красоткой, теперь в белом платьюшке красотка. У нас тепло, что-то я в кофту напарила, мне как-то жарковато. Я думала, что я как обычно замерзну, но короче. Мне вчера пришло письмо на электронную почту от СИПСа, от банка, с извещением о том, пойдем сюда, потом поверну, с извещением о том, что моя кредитная карта уже на пути ко мне. Ну, посмотрим, сегодня мы проверяли почту, ничего не было. Может, понедельник придет, не знаю. Тогда сколько это, посмотрим, сколько это дней действительно заняло времени рабочих. Вот. Ну, посмотрим. В принципе, как бы быстро. Я не знаю, почему он мне сказал в отделении, что нужно только звонить, написать там куда-то онлайн, обратиться за блокировкой карты нельзя. Странно. В общем, я же говорю, я зашла в приложение СИПСа и там выбрала опцию уведомить Полинка сюда блокировки карты. Ну, потому что она утеряна. Не пойму, как нам идти. Там ремонт, ладно, пойдем так. Уведомить о блокировке карты. Попросить заблокировать карту, потому что карта потеряна. Все это можно сделать через приложение. Не надо никуда звонить, не надо там пыжиться, говорить на английском. Вот. Хотя я сегодня говорила на английском. Мне звонили из школы. Поехал же класс, наверное, поехал в этот, на ферму. Мы ехать не захотели. Вот. Я вчера вечером написала в чат школы о том, что Поля сегодня не будет. Не знаю, может быть, потому что я написала вчера вечером, а не сегодня. Звонили мне и звонили Сереже. Но мне не дозвонились. Звонили Сереже. Я потом перезвонила на этот номер. Я же не знала, что это со школы. Перезвонила. Говорю, так и так, вы мне звонили. Они говорят, а кто вы? Я сказала, мол, ваш ребенок ходит в Earl Grey, да, ходит, ага. Как зовут? Вот так вот, вот так вот. Ребенок дома, да, дома. Мы звонили, когда, ну, по поводу сейфти, там, безопасности. Звонили уточнить, где она. Думаю, странно, но я же написала, что ее не будет целый день. В общем, ну, как бы они позвонили Сереже, и Серега сказал, что она дома, и все нормально, все в порядке. Да, поскакал кто-то. Вот. Дядька поскакал. Я думала, кто поскакал. Вот, и как бы это странно, потому что я оставила сообщение. Но я ей сказала, что я написала в школьный чат. Она говорит, да, спасибо. Ну, что-то там не знаю, что не пришло, может быть. Не знаю. Я проверила, зашла, смотрю, что да, я оставила сообщение. Пришло мне уведомление на почту, что мы получили ваше письмо о том, что Полины не будет. Чего она мне звонила, я как бы не понимаю. Ну ладно, зато я как бы на английском, я так что-то поняла, там старалась не мэкать, не мэкать, отвечала, ну, в общем, аж чувствуешь себя получше, немножко лучше себя чувствуешь. Вот, ну все, жду кредитную карту, Серега на работе, даст бог, попадет на подработку. Ой, уже собачка на напугали. Даст бог, пойдет на подработку выходные. Не знаю, получится ли там или нет. Завтра какой-то праздник. Пришло письмо на почту, что завтра праздник для новоприбывших. Даже, наверное, не украинцев, вообще для ньюкамеров просто. С 12 до 4. С адресом проведения мероприятия. Я думала, что мы пойдем, но Сережа говорит, что он, скорее всего, поедет на подработку. Замуж мы с Полей съездим вдвоем. Посмотрим, что там есть. Там будет какая-то развлекательная программа для деток. И будет угощение. Угощение будет. И, в общем, возможность познакомиться с людьми. Ну, посмотрим. Как бы нам ехать 29-м туда в центр недалеко, 20 минут. Может быть, съездим, может быть, нет. Посмотрим, как там у нас будет настроение завтра с погодой. Ну, собственно, все. Пойдем прогуляемся. Потом еще, надеюсь, сходим на площадку вечером. Может, пораньше сходим.
И там тоже мамочка, нас ждут. А вот красотка. Пойдем. Вот, до новых встреч. Пока-пока.